В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве жилищного комплекса «Эволюция». Ранее вкладчики подготовили видеообращение в адрес руководства Следственного комитета России. В своем ролике иркутяне сообщают о затянувшемся строительстве ряда блок-секций и о постоянных переносах срока сдачи объекта. Сейчас следователи собирают и изучают документы по долевому строительству, а также допрашивают потерпевших.